Так, сегодня 24 сентября, очередной выход в лес. Смотрите, нашел гриб такой, резкость. Сфокусируем. О, надо же, на дереве растет. Не знаю, что это поганка такая, может, реально съедобный. Я таких раньше не встречал. Ну, что же у меня с фокусом-то? Ладно. Смотрите, какая сегодня погода. Дождя нет и не обещают. Уже почти все упало. Тропинка такая вся уже в листве. Ну, погода замечательная. Иду за брусникой. О, чуть тумана нет. Дождя нет. Погода просто отличная. Я недалеко от дороги. Пару километров, может. Поэтому дорогу слышно. Возвращаюсь домой. Брусники собирал. Такая классная. В этот раз вообще реально как вишня. Темная. Ну, уже совсем спелая. 12 лет, так скажем, 12 литров собрал, стоял еще на следующие выходные. Сейчас схожу. Уже, смотрите, все опало, все желтое. Скоро, на следующую субботу, я думаю, пойду уже, не будет таких красок. Жалко, рябины здесь нет. Было бы красиво. Вот, следующую субботу уже будет здесь. Вообще листья, скорее всего, не будет. Вообще красотища. Ну, в смысле, вообще, в принципе, красота. Не то, что там листья желтые. Шеблю без, блядь. Ну и это повод выйти в лес, как бы брусника или просто погулять. Вот там озеро Мироновское, там еще одно. Там я как-то ночевал на берегу этого озера. Не как-то, несколько раз я там ночевал. Идти мне домой еще 2 часа. По болотам, сейчас самая неприятная точка, это вот эта вот. Надо выйти. Что-то резкость как стану. Надо будет подниматься вверх. Там дальше уже более-менее приятно. Такая дорога. Единственное, что там будут крутые спуски. Если я пойду по тропинке, то... Ну, там тропинка сбивается, там болото. В болото идешь, но раз, а где тропинка? И опять ее ищу. Хочет, да, говорить тяжело. Горло пересохло. В тот раз по туману здесь гулял. Я даже не помню, где я вышел. Вышел, кажется, не между этих озер. А вон затем, там еще одно озеро. Я там где-то вышел, уже пошел. Сложно было сориентироваться в тумане. Не ходишь по кругу, идешь вперед. Хорошо, компас есть в телефоне. Жалко, я твой компас, по которому много лет ходил, куда-то потерял. Вы дети взяли себе, не знаю. Надо будет его найти. Смотрите, какая красота. Мох. Там все такое красное. Что-то у меня с фотоаппаратом. Что-то как-то мутно снимает. Последние теплые дни. Скоро уже выпадет снег. На какое-то время будет у меня без леса. Такое межсезонье я не люблю. Потом уже кукаю. Где-то я в середине октября закрою лесной сезон. И в конце ноября, скорее всего, только первый раз выйду на лыжи. И то недалеко по озеру, потому что у нас полярная ночь, то никуда не выдвинешься, потому что время темно. И это полноценно я уже где-то буду в феврале. Да. В феврале выходить, но уже на лыжах. Кстати, вороны, которые мне подаются на снимках, уже вообще меня не боятся. Они как-то... Вот, ворон рядом со мной летает. И как бы... Ну, как бы... Как так и надо. Раньше они очень сильно боялись. Они даже не подлетали. Просто с криками улетали, когда подходишь. А это он летает, ну и покружился. Они очень умные птицы, видимо. Видели, что я там еду оставляю. Кстати, на днях шел. И в грязи увидел босой след. След ноги. Интересно. Может, так специально снял сапоги. Сделал след, оставил след, чтобы сфотографировать. Типа вот здесь кто-то ходит босиком. Что у меня с фотоаппаратом? Для меня зрение мутное такое, что я не могу понять. Ну, смотрю в объектив. Не объектив, а это как называется-то? Экранчик. И у меня как-то все расплывается там.
Не хочу, чтобы мутная картинка была. Так, сейчас я буду переходить через ручей. Люблю вот это место, меня так завораживает. Не знаю чем. Но здесь очень приятно, это реально так. Это близко к сердцу. Так оно очень так. Может памятное, хотя не знаю, что-то памятное. Один раз на этом озере всю ночь без палатки сидел. Под дождем. В начале лета. Была довольно-таки прохладная погода. Поэтому. Ну, один раз потом я ночевал здесь, не знаю, сколько раз. Я один раз около палатки лось ходил. Смотрите, гриб большой, последний. Он старый, сейчас видно. О, все, следим. Вот, и... Ну, я уже, наверное, много раз видео рассказывал, как я обливаю около палатки уксусом. Вот, и слышу топот. Надо же, что такое. Медведь как-то ходит. Что-то людей-то нету. И нюхает. Нюхает. Потом зафыркал. И ушел. Вот, кстати, тропинка. Хочу показать папоротник. Вон там вдалеке. Ручья, вон папоротник сейчас приближу. Редкость. Иду. Он уже желтый. Вот такой. А я видел, как они начинают расти. Просто ствол, а на нем шарик. И не скажешь, что это такое. Просто непонятно. Потом... Он разворачивается, или можно его развернуть, и вот эти листики появляются. Что мне нравится. Так, что-то мне надо уже спешить. Я тут разгагольствую. На автобус спеть надо. Мне идти 2 часа. У меня как раз через 2 часа 15 минут автобус. Ой, там всякие форс-мажорные обстоятельства бывают. Оп. Поэтому надо приходить намного быстрее. Точнее, мне 2 часа до места, откуда я выхожу. Да, идти. И еще где-то минут 15 до остановки. То есть у меня время вообще притык. Сейчас вот я на горку заберусь. Когда будет спуск нормальный, тропинка, я же ускорюсь. Пойду очень-очень активно. Смотрите, какая красота. Не знаю, как можно без леса жить? Это как-то не все время завораживает. Немножко, конечно, тревожно бывает. Только когда сзади шорох, мало ли мишка. Самая такая опасность. Ну, еще росомаху, ну, не знаю, если здесь росомахи в этих лесах. Ну, и росомах особо не кидается. Какая, наверное, преследует жертву. Но не кидается. Если ослабнешь, пойдешь, что может, а настоящего она не будет. У меня товарищ, одноклассник, в армии служил, в Карелии, и на лыжах у них. Они вот на лыжах, он самый последний, а за ним росомаха. Прогоняет его. И так, спокойненько идет за ним. Ну, не кидалось никогда. Говорит, страшно. Животные. Вот такое бывает. Так, что там у нас? Здесь такая красота. Здесь целая твоя жизнь. Полянка. О, кстати. Можно будет, если буду здесь палатку поставить. Ночевку сюда прийти в начале лета. Да, очень хорошее и красивое место. И тоже здесь озеро, ручей. Не придет медведь, я надеюсь. Сейчас уже дети есть как-то. Не хочется сталкиваться с медведем, чтобы он не съел. Так как надо детей еще поднять. Так-то не жалко, что там. Ну, мишку покормить. О. Необычные деревья. Все, почти все опали. Ну, здесь, видимо, ветер сильный. Они облетают. Вот в низинах там еще стоят. В листве. Так, где я? Что там у нас дальше? А, нет, получится здесь нет уже. Это озеро Мироновское. Одно из озер, кажется. Ну, не знаю, тут два точно, а третий не знаю, относится ли к системе этих озер. Там маленькая она совсем. Фух. Да, кстати, здесь можно будет палатку. Вода рядом. Ручей. Ну, как ручей? Из одного озера в другой вытекает. Так что, кто желает присоединиться, может здесь остановиться. Место тихое. Здесь реально тишина такая. От дороги где-то вот отсюда уже 4 километра. 4-500 где-то.
Так что дороги не слышно. Так, ты не замечал этих деревьев, сваляющихся? Это новое что-то. Дрова, кстати, есть. Дров много здесь. Ну, дров, в принципе, в лесу везде много. Так, ладно, закругляюсь. Наверное, больше сегодня не буду снимать. Ибо мне надо спешить. Что если я не успею на автобус, мне целый час сидеть на остановке. Но, в принципе, если беру, что я опаздываю, то я замедляю шаг, иду медленно. Или же спешу, опаздываю и сижу там в лесочке, далеко от выхода, далеко от родника, просто отдыхаю, дышу свежим воздухом. Традор там такой вот. О, вороны. Два ворона, незавидных или нет. Вот там вот, откуда они летят, там стоит фотоловушка. Сегодня как раз я там еду положил, вот они, видимо, поели, не знаю, кричат. Вот он вокруг меня там летал. Обратно полетел. Не знаю, может, полетит ко мне? Разлетались. Я надеюсь, они испугались. Какой-нибудь другой ворон, который пришел. И его камера снимет, было бы интересно. Там вороны уже это место заняли. Я еще хоть раз не вижу, вот пришли. Фух, это озеро. Вон там я шел по горе. И туда вдаль. Иду обратно дорогой. Другой. Потому что там у меня ловушки стоят. Не хочу уже беспокоить. Они стоят там мне с конца мая. Но ничего интересного не снял. Ну ладно, в том году, позапрошлом году и прошлый год были отличные. Ну, лучше снимать. А у меня одна автоловушка стояла сначала. Но я поставил карту памяти. Это 127 гигабайтов. А он неплохо не поддерживает. Он только до 32. В итоге большая часть файлов была битая. Я думаю, там было что-то интересное. Кроме воронов. Все, дальше мне в горку. Будет сейчас немножко запыхаюсь. Опять включусь. Как ни странно, вот такое место. Трава зеленая. Такое все зеленое здесь. Ладно, там хвойные, не зеленые. Но трава. Как начало лета, реально. Если бы листья деревья были такие, без желтой листвы, то можно было подумать, что где-то конец мая. Фух, забавно. Там все желтое уже. Тут уже еще такое красивое.